Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Красные крылья проиграли Калеву в баскетбольной лиге. Прыгуны и бегуны Самары лучшие в стране. Самарские дзюдоисты завоевали внушительный комплект наград на открытом первенстве Самарской области. В Чапаевске прошло 10-е открытое первенство Самарской области под дзюдо памяти тренера Сергея Кечина. За медали боролись более 4 спортсменов. На счету самарцев 8 наград золотой чеканки. Отличились на соревнованиях чемпионскими поединками и борцы из Елабуги, Сызрани, Оренбурга, Алексеевки, Петра Дубравы и Чапаевска. Самарские легкоатлеты выиграли 3 медали юниорского первенства России спортсменам нет и 20 лет. В тройном прыжке Денис Абертышев занял 3-е место – 15 метров 26 сантиметров. Серебро у Павла Маркина он улетел на 19 сантиметров дальше. Еще одну бронзу на шиповках принесла Анна Серова, пробежав 1,5 километра за 4,5 минуты. Баскетболисты «Красных крыльев» в Самаре проиграли матч единой лиги эстонскому «Калеву», хотя первую четверть на нервах они выиграли с разницей в 2 очка. Однако второй отрезок времени «Красные» закончили в роли догоняющих с таким же результатом. В третьем периоде удача была на стороне хозяев паркета, но в концовке нервы у «Крыльев» сдали, и игра перешла в овертайм, где более мастеровитыми оказались эстонцы. 75-65 в пользу «Калева». Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.